Хей-хей-хей, всем привет, с вами я, Рома, и сегодня я решил поиграть в игру под названием Five Nights at Freddy 2. Да, это тот самый хоррор, в который уже переиграл, наверное, пол Ютуба, поэтому я решил тоже записать эту игру, но... Сегодня я решил поиграть не с первой ночи, как делают это практически все. Сегодня я буду записывать сразу последнюю ночь, это шестая ночь. И она реально пипец какая сложная, я ее до сих пор не прошел, скорее всего в этом видео я тоже ее не пройду. Но, если я ее пройду, то это будет очень круто. Представляете, да, на запись прошел самую последнюю ночь. Скорее всего я буду очень мало болтать, потому что... Ну, на шестой ночи не до болтаний. Серьезно. Ну, в общем, начали. Морально успокаиваемся. Так, идет загрузочка, отлично. Все идет по плану. И сейчас нам должны позвонить. Алло? Да, алло, алло. Да, чувак, извини, я сейчас не могу разговаривать, мне нужно это, на Ctrl нажимать. Так, быстрее, нажимаем на Ctrl. О, да, отлично. Фокси, здорово, Фокси, как у тебя дела? Я знаю то, что на тебя надо постоянно светить, поэтому держи. Держи немного света. Света. Играю я более-менее, наверное, по тактике, которая позволит мне пройти шестую ночь. Не буду смотреть в другие камеры, то есть мне достаточно 11-й камеры. Так что, если я пройду шестую ночь, то пользуйтесь этой тактикой. Хоть я ее взял у Маркоплеера. Черт, я спалился, какого ютубера я смотрю. Маркоплеер, американец, у которого 4 миллиона подписчиков. Не знаю, знаете вы его или нет, но реально прикольный чувак. Так, кто сказал хай? Ладно, я помолчу. Пока что зарядка у нас полная. Вот так вот надо постоянно заряжать этот music box, иначе оттуда вылезет гребаный, как его там, кукловод. И убьет меня. Фокси, держи парочку света. Фу, будем надеяться, то, что я не обосрусь. О, черт, корова сверху появилась. Боже мой, я обосрался почему-то. Так, все окей. Меня не схватили, это радует. Кто сказал hello? Это, наверное, Бон какой-то там. Я забыл, на самом деле, как его зовут. Но это чувак с шариком. Сразу надеваем маску. Мало ли меня схватят. Так, у меня уже один заряд фонарика потратился. Так, спереди... О, все, заяц исчез. Там был заяц, видели, да? Ой-ой-ой! Тихо. Тихо. Уходи, пожалуйста, мальчик. Все, спасибо большое. Мне надо Фокси остановить. Фокси, уходи. Ты мне тоже здесь не нужен. О, боже мой! Я сейчас хотел посмотреть на Фокси, а тут передо мной эта желтая хрень, Чика. Обосраться, не встать. Да-да-да, кручу. Да уйдите от меня! Дайте мне пройти игру! Кручу! КАМ-11! Господи, как же вы часто появляетесь, я сейчас обсерюсь немножко. Серьезно, меня вот эти вот фигуры огромные просто пугают. Там кто-то есть. Да-д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 а! Черт! Все, я просрал, походу. Нет, уходи, пожалуйста. Ай, господи, обосрался я. Черт подери. У меня еще эти капельные наушники, они такие глубокие, такое глубокое проникновение делают. В смысле, я хотел сказать то, что с ними слишком громко. О, боже мой. Ладно, я попытаюсь еще раз. Пипец. Откуда он вообще вылез? Я же вроде как закрутил эту хреновину. Надеюсь, мне никто не позвонит. Там корова сверху висит, или кто это такой? О, все, уже не висит. Вовремя я надел маску, очень даже вовремя. Успел. Так, кто там лезет?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Чика! Я боюсь. Я несу, я боюсь. Так, Фокси. Фокси, Фокси, плиз, уходи. Ты мне здесь не нужен, я тебя умоляю. А, Чика, здорово. Я успел, я успел. Да, я успел, отлично. Просто мне иногда кажется, что я не успел надеть маску. Вот как сейчас, например, если бы появился монстр, то я по-любому бы не успел. Но сейчас точно бы успел. Так, 1 час ночи, впереди Фредди. Фредди очень часто вылазит. Но сейчас почему-то никого. О-о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 ! Я... Вот сейчас я не успел, точно не успел. А, успел! О, зашибись. Слава богу. Кто сказал хай? Все, нет, пожалуйста! Как же это все-таки страшно. Дайте мне немного передохнуть. Котик, иди сюда. Поздоровайтесь, это мой котик. Не знаю, видите ли вы его так? Да, вот пойди вы видите. Это мой котик, его зовут Вася. Он очень мне помогает, когда мне страшно. Так, на него... Вот. Можете погладить его. Вот, погладьте. Погладьте котика. Блин, я даун. Ладно, неважно. Продолжим. Морально подготовиться и продолжить. What the fuck is going on? Что это было? Это что было? Я впервые вижу такую игрушку. What the fuck? У меня аж голос сел. Пипец, откуда? Золотой Мишка, золотой Фредди. Охренеть! Я просто в шоке. С первого сразу раза же испугался, пипец. Я просто не знал, что надо с ним делать. Мне он впервые попадается, серьезно. Верьте, нет, но мне он попадается впервые. Это, наверное, пасхалка, походу, какая-то. У меня уже голос трясется. Так, все, опять морально успокоились. Люблю погрызть губы, когда мне страшно. Да. Да. Ой, ой, спалился, я же снимаю. Так. Фокси, привет. Здоровенький чувак. Hello. Hello. Кто там хеллоукает? Оу, май гад. Их двое. Фокси, ну ты-то хоть уйди, пожалуйста. Уходи, уходи, Фокси. Так, все, по-моему, Фокси сейчас уйдет. Да, Фокси ушел, отлично, остался заяц. Или кто это вообще такой? Я до сих пор, кстати, не понял, кто это тут синий хрен. Ну, по идее, это большой заяц. Ай, господи, что я делаю? Ой-ой-ой-ой-ой, снова Фокси. Ненавижу тебя. Ты же как разбежишься, как меня убьешь? Так, отлично, заяц ушел. Хотя он, по-моему, сейчас по вентиляции будет лезть. А это уже плохо. Так, Фокси ушел. 1 час ночи. Пока что у нас фул зарядка. Просто зашибись. Слушайте, это, наверное, пока что самый лучший расклад в 6 ночи. Сколько я играл. Так, кто сказал хай? Ой, привет. Я не смотрю. Все, ушел.
Бесит, конечно, вот эту шкатулку каждый раз заряжать. Hello. Боже мой, я обосрался. Чё ж так пугать-то? Страшно же мне немножко становится. А, господи! Мне надо зарядить! Надо зарядить! Срочно! Надо зарядить! Чёрт! Я не успел! Она открылась! Фак, 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 он же сейчас выскочит на меня. Я, господи, я же знал. Котик. Я так больше не могу. Нет, это шестая ночь непроходима. Я не знаю, как ее пройти. У меня нет тактики, я дурак. Короче, что я хочу вам сказать. Спасибо за просмотр данной серии, которая, кстати, не серия, а просто видео, потому что серия вряд ли выйдет, еще другая. Я надеюсь, то, что вы поставите лайк данному ролику, потому что я пипец обокакался, надо сейчас немножечко кое-что менять. Вот, и... Если вы хотите, чтобы я дальше снимал какие-нибудь хорроры, надеюсь, то, что выйдет какой-нибудь в ближайшем будущем охренительный хоррор, типа, знаете, Outlast'а, да? То, опять же, ставьте лайки, я обязательно сниму, можете мне советовать в группе ВКонтакте, либо у меня на странице ВКонтакте, у меня там тоже комментарии открыты. А с вами я прощаюсь, спасибо за просмотр, с вами была Ложка, всем удачи, всем пока! Всем котика!